Всех приветствуем, продолжаем прохождение вторых крестоносцев. В этой серии мы пойдем все-таки немножко на восток. Надо вот с этими землями объединиться, потому что они нам потом достанутся. И против монголов удобнее будет на своей земле бегать вот здесь, или на чужой вот здесь сражаться, один фиг. На своей-то у нас преимущество будет. Так. А вообще очень хорошо будет, если они до нас не дойдут. Было бы очень прекрасно. Так. Проверим, что у них с союзниками. Ох ты, они еще и воюют. Самое время. Так. А почему я эти войну объявить не могу? Так. Переславль. Крым, тебе тоже. Хан. Ну, у него сейчас не до меня, так что думаю. Вот эту вот провинцию. Или Лукоморье заберем лучше. Так. Что ж. В путь. Наши агенты где-нибудь работают. Хрен бы там, да? Наследник егошний. Ух, что так мало-то? О, что-то у них там со свитой совсем проблемы. Так. Ну-ка, давай, бурагосим там население. Чтоб восстали. Так, и у нас бы народ надо поднять. Тинг, резь. Тинг, твась. Опа. Что они там делают? Так. Собрать тут тогда народ. Он с гвардией вместе. О, их там задерживают. Свинтьё там воюет. Так. Ладно. Ты сюда, тебя хватит. А вы куда тут у нас? В Минск. Минск. Император Минск, блин. Так. Победа. А где мы успели победить? Ладно, неважно. Разбей эту армию. Нефиг тебе в первых рядах делать. Так. Кузен. Ну что там у нас? Народ подтягивается. Ага. Так, а вот и мы прилетели. Очков набивать. Так, смели. Заговорщик-дилетант. Опасная фракция сепаратисты. Гражданская война может начаться. Так. И этого хрен ликвидируешь. Так, да, династия-то большая.
Так, чем там сидим? Разбили их, все. Идем от Дедова. Так. Переслал. Да иди ты по своей территории. Хотя мы там воюем. Туда сходи. Так. Гражданская война, да? Она как раз, наверное, начнется, как только мы отпустим ополчение. Это вот наша... Ага. Ну, гвардия есть. Так. Гвардия. Давай-ка ты сюда. Вот. Народу чуть-чуть отправим. Там 2000 надо. Так, ладно. Вот так. Да что они там... Вот. Он же быть еще войну не влезли. За утерянной провинции. Это нехорошо получится. О, войну-то народ втягивается. Так. Ладно. Гвардия. Зайди сюда. Если мы с ними воюем. Ага, воюем. То накостыляешь им. Заодно замок садишь и захватишь. Вот теперь должно быть 2000 как раз хватить. Вот так. Объединить. Минск. Сейчас падет. Что-то они мир уже предлагают, да? Сдаются. Отлично. Теперь можешь в Лукоморье сходить. Так. Ага, родился так. Царевна Малфида. При дворе, что ли, тусуешься? Да нет, ко двору еще и землевладельцы тоже относятся, что ли? А, нет. Те еще, где у нас служат, остальные так тусуются, да? Просто как придворные. Вот кому можно потом земли будет раздавать. Так. Двор наугад. Хреняк. Дядя. Это дядя этому царю, которому лет 80 должно быть, если бы мы его не омолодили. Так. Хорница. Держи. Так. О, тут победа. Эти воюют? Нет. Да, давай в Любич иди. Там осаждай. Наши тут уже все. Сюда. Так. Это все равно куни двинет потом. Хотя хрен ему, наверное. Так. А все уже что ли? Так, шпионить. Так. Ух ты, мы можем шпионить, да? Ну-ка. А если... За этим мы шпионить не можем их. На редиске. Так. Так, много лет назад шпионом местного. Так. Давайте поищем. Что там за шпион такой работал давным-давно. Сообщение закроем нафиг. Ах-ха-ха-ха-ха. Переславли. Ага. Приступили к обучению. Ладненько. Так. Отбивать идут. Оп. Вот так. Ну да, как-нибудь вот так-то. По своим землям пускай идут. Очков набьют сразу.
Рязань. Ух ты, у нас тут народ собрался. Как только вот это 6000 их не побило. Их там мало. А, их там только 2000, да, северяне. Что-то там тусуются, дальше не идут. Так. Тут мир. Этих отпустим. А вы у нас сюда двигайтесь. Осталось вот здесь только разобраться. Победа. Отлично. Так. Это нам до сюда еще бежать, если... Да. Ближний свет. Так. Предложить стать вассалом. Не хотит. Король. Ничего себе. Опа, а что это? Уже не хочешь к нам присоединяться, а дядя? Дядя у нас здесь, да? Так что все нормально будет. Так. Ладно. Так. Сеньорат наследника. Дипломатия. Государство. Где-то победили, кому-то накостыляли по дороге, видать. Так. Тут, надеюсь, снабжение выдержит. Так. Ага. Так, напали. Владислав Паревич. Ладно. Доступно решение. Улучшить поселение, да? Узурпировать не можем, война идет. Опа. А вот теперь потери идут. Давай тогда вот ты выйди оттуда. Низовье Волги. Печенеги. Хазарская культура. Так. Что-то, по-моему, вообще это кто-то левый садил. Мы там постольку. Так. Ладненько. Ну, сейчас пойдет. Так. Путь. Утир можем осаждать начать. Ох ты, тут еще одно здание имеется, ладно. Призыв к оружию. Хазарское восстание. Ну давайте поможем вам. О, тем более там хазарское восстание, когда захватило вот эти земли. Которые нам нужны. Ну, вернее, захватить нужно, чтобы Крым получить. Окончательно. Так. Интрига повысилась плюс 2. Хорошо. Хорошо. Так, земельный титул. Великое княжество Далмация. Ну, создал так создал. Нормально. Пущай будет. Сюда побеждают, отлично. Так, отлично. Какую провинцию только он не хочет забрать, интересно. Вот это, наверное, Сарма. Сарпали. Так, печенеги, печенеги, победа. Вытилите. Яик. А он что, тоже с Хазарией, трындец, что творится? Так. Так, обучить, да? Так.
ты кто такой? Или сидяк? Ну, обучи. Что ж... Ты кто? Ты с Хазарии. Разбить? Чтоб не бегал тут, понимаете ли. Что в мире-то творится, посмотрите. Ух ты, аббасиды тут все территории вернули. Нехорошо. Абиссиния что-то разваливаться. Нехорошо, сильно уж они мощные какие-то. Надо думать, что-нибудь с ними сделать. Так, правитель. Ух ты, вот, добрались император. Так. Ну, можно подкупить. И тут все нормально будет. Нет императора, нет проблем. Бегут. О, чтоб с абиссидами-то разобраться, деньгов хватит. Так, ты давай мир заключай, 100% набили уже. Лови его. Так. Контролируем лукоморье. Дуб зеленый. Там-та-там, тара-та-там. Так, победа. А ты сдаться не хочешь? Земли и армия. Что-то я ни земель твоих не вижу, ни армии, честно говоря. А, ну да, вон бегут. Так. Заговор. Так. Сейчас мы тебя окружим. Дайте не сбежать. Так, все, попался. Ох, сразу 54. Неплохо. Так, осада. Выиграли. О, сейчас еще будет. Так. А что-то восстание вернулось к изначальным землям, что ли? Вот вам редиски сейчас по тыкве будет. Сейчас там пока можешь. Так. Из заговора выбьют, не выбьют. А, выбили. Пришлось бы тогда в темницу кинуть. Так. Гвардия, наверное, пострадала, да? Приличненько так чуть-чуть. Процентов 10 потеряли. Ну и. Ух ты, 83. Неплохо. Ну, на этом, думаю, что тут осталось добьем, сколько нам надо. О, Византия оживилась. Ага. С Азербайджаном воюет. Так, верховный вождь, так, перемирие. 93. Ну, сдавайся, редиска. Какие нафиг земли с армиями? Нет у тебя нифига. Так, думаю, вас можно отпустить. А эти тут сами разберутся. Неуловимая тень. Так. Ну что ж, тень неуловимая. Пусть будет так. 95, а? Когда ж ты сдашься уже? О! Мордва, ты красным светишься. Ладно, сейчас с им по сусалам достучим. Заодно. А, Волжская Булгария тоже в войну улезла. Ну, значит, по-любому достучим. 96. Вся гвардия наверху сидит. А, нет, гвардия, вот она. Это значит не гвардия. Перепутал. О, уже 98%.
Иди сюда, редиска. Сепаратисты. У вас же 7000 было. А, видать, мы часть их войска подняли. Их численность сюда была причислена. Как-то, вот как-то вот так, наверное. А может, кто-то выбыл из этого числа. Так. Так. Рывущий жрец. О, 99. Ну сдавайся, давай уже. Нет, тут я нафиг ни земель, ни армии уже. Брянск. Туров. О, Новгород Северский. Куда бы нам потом сходить, а? Так, даже во время войны денежки капают. Касательно нашего заговора. Не пора ли подкупить кого-нибудь? Так. Сила заговора. Так. Императрица. Давайте попробуем посылать подарки. Так. Может, они одумаются. На нужную сторону встанут в этом конфликте зарождающимся, потому что нам один фиг потом с ними когда-нибудь сражаться придется. Так. А ты там, мы тебя там распустим. Парам-пам-пам. Так. Лукоморье. Не совет, не право у нас. Нет. А, Переяславль. Вот тебе, значит. Лукоморье. Плохо мы сразу несколько выбрать не можем, да? Так. Каждый раз как по новой. Так. Все. Так, здесь народ, походу, и не думает. Не хотят. Сколько денег у этих уродов вбухали? Так. Неплохая страна, конечно, получилась. Может, сюда сгонять? Что там с гражданской войной? Силов нету, да? Это хорошо. Совет, законы. И тут повысим. Так, законы вверх продвинуты. Так, налоги, ополчение. Так, ополчение сфеодалов уже поставлено. Ополчение городов. Вот так вот. Так. А, сейчас пока проголосуют. Государев наместник Кузьма проголосовал. Остальные тоже потихоньку включаются. Армию надо восстановить, да. Так, а мы же можем гвардию, да, по-моему, чуть увеличить. Чуть-чуть можем гвардию увеличить. Или показалось. Показалось, наверное. Ага. Так. При дворе там народу много тусуется, надо с ним что-нибудь делать. Так. Придворный. Внучка. Ух ты, в тюрьму не ходить садиться. Ты тоже при дворе у нас сидишь. Двор охренеть какой. Так. Так. Парам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам.
Это ни с кем союза не будет, да? Порядке, ладно. А, узурпировать. Племя Переиславль. Готово. Вот те. Так. Понятно, вот, великих племен много. Пожалуйте, ты землю, великие. Какое племя. Само-то это же за нами один фиг останется. Что у нас с армией-то? Армия еще не полностью восстановилась. Пускай. Что-нибудь можем построить? Крепостные стены давайте. Прокачаем вверх. Так, вот денежка нормально идет. Можем этим, в принципе, войну объявить. Ох ты, что это у вас там происходит? Движуха непонятная, кто с кем воюет. Война гражданская, что ли? Хам. В тюрьму тебя. Ох ты. Хотели гражданской войны, получаете, да? Правда, как тут так? Одно название. И эти проездом прилетели. Вот и заберем все эту территорию, которую когда-то потеряли. Под личный контроль, так сказать. Ну давай, сломи их. Объедините. Объедините выделенные армии. Ну объединитесь. И штурм. Отлично, победа. Да. Отобрать, отозвать титул. Все, наше. Вернули. На этом, пожалуй, серию закончим. Что ж, всем пока.